Отправляйтесь на заброшенный производственный участок. Кстати, я, по-моему, здесь вообще, на самом деле, впервые. Напоминаю, что задание, которое мы сейчас выполняем, называется «Сцены жизни в крепости Миропид. Техника безопасности». Это небольшое задание из огромной цепочки под названием «Незавершенная комедия», ну или «Игра в монополистов». Так, по-моему, это вообще новое место. После того, как ствол жеодовой шахты был перекрыт здесь, практически никто не бывает, и эти приборы не предназначены для того, чтобы ими пользоваться, кто попало. Но именно это и произошло в этот раз. Кто-то намудрил с приводным клапаном и запер товарища в ловушке. В общем, теперь нам нужно с помощью приводного клапана открыть проход к складу оборудования номер один. Кстати, если он там будет предлагать там напитки, лучше отказываться. Кто захочет угостить нас напитками и почему нам надо отказываться? Скоро узнаете. Ну да, это мальчик. Напоминаю, ребят, это из основной цепочки. О, нет, вы что такое? Вы серьезно, что ли? Так, чрезвычайно сложное механическое устройство, открывающее и закрывающее проходы в заброшенный производственный участок. При активации центральный привод и привод со стрелками начнут вращаться. Если остановить вращение, когда стрелки находятся друг против друга, откроется проход, на который указывает стрелка центральной привода. Окей. Окей. Ой, погодите, а что это такое? Снять привод? Это будет что-то... Давайте, ладно, давайте запустим сначала, посмотрим, как это будет работать. Методом тыка будем делать все. Это еще что такое? А, вот остановить надо, типа, да? Ну, вообще ничего не понятно. О, я жесть. Давайте еще раз читать, потому что, видимо, я ничего не понял, по сути. О, нет, ну только не это. Да. Ну ладно, будем мучиться дальше. Давайте еще немножко. Поехали. Остановить надо будет. О, а что это такое было, кстати? Короче, какая стрелка куда должна указывать? Объясните мне. Что? Ладно, надо останавливаться. А это может бесконечно длиться. О, хорошо, можно идти внутрь, только убедитесь, что у тебя есть привод шестерни, он еще пригодится. Методом тыка, ребят, ладно, я узнаю, как это делать. Установить. А, у нас... А где его взять-то? Ну ладно, короче, я не знаю, по-моему, можно взять где-нибудь? Тут написано установить, но, походу, мы его взяли. Ладно, будем надеяться, что взяли. Если нет, придется возвращаться. Намудрили как-то, ну, странно вообще. А, установить. А у меня его и нету, да, прекрасно. Спасибо, конечно же. А где мне его забрать-то? Объясните мне, пожалуйста. О, снять, видите? Вот он, снять. Отлично. Надеюсь, я больше не увижу этого задания в этой игре. Установить. Запустить, да? А что мы запускаем? Где? А, там стрелка указана, или что? Вообще нифига не видно. Нет, не видно, стрелка не указана. А, да ё-моё. Остановить! Ну остановить же! Ну остановить, сейчас остановить! Ну давай же! Где останавливать это? Ну ё-моё, ну что такое? Это какая-то дичь. Короче, я думал, что на самом деле стрелка должна указывать как раз в направлении этих вот, этого прохода, в принципе. Давайте покрутим тогда еще немножко. Ну ладно. Впервые с этим сталкиваюсь, ну а вы сами прекрасно понимаете, читать руководство, это, по-моему, для слабых, в кавычках. Ну, скучно читать, лучше самому лучше разобраться. Так, еще немножко и останавливаем. Давайте, 1, 2, 3, поехали. Вот, остановить. Я нажал, да. Еее! Работает! Да, так и есть. Ладно, я поменял свое мнение, пусть будет это. Так, Митул, ты как? Не слишком долго просидел в ловушке? А мои спасители, вы здесь, а где же гоблен? Он не с вами.
Это он прислал нас, сказал, что ты в западне, но по дороге он наткнулся на охранников и ушел. Я так и знал, что ему не стоит доверять, наверное, он сбежал, потому что чувствовал себя виноватым. Но сами посудите, можно ли в бизнесе выйти на прибыль, если не рисковать? Ну ладно, он уволень, да и еще и трус, речь ведь идет уже не только о чистейшей воде, а теперь здесь еще и фонта есть. И как нам теперь выживать после прихода фонты? Что, вам тоже нравится фонта? А тебе нет? Конечно, мне нравится фонта. Должен признать, что фонта мощный соперник. Довольно слов, я должен пойти стрясти должок с кабленца. Кстати, он же вам не заплатил, да? Нет, конечно. А иногда мне так и хочется сунуть его в какую-нибудь бочку, чтобы он как следует подумал над своим поведением. В общем, возьмите эти купоны. Да, прошу, возьмите. Ага, это все нам? Ну, конечно же, вам. Тогда мы возьмем, конечно. Можно будет сходить в тряпье и кости. Вдруг там есть что-нибудь новенькое? И раз уж я доставил вам столько проблем, я хотел бы хоть как-то компенсировать ваши старания. У меня есть несколько бутылей прекрасного полезного напитка. Не хотите попробовать? Прекрасный полезный напиток. А, он даже еще и более полезен, чем для здоровья, чем чистейшая вода. Наливай. Эй, Катерпиллер уже предупреждал, что не стоит пить то, что он предложит. Забудь о том, что только что сказал путешественница. Мы уже выпили, и уже выпили очень много всего. Какая жалость. Ну, такой прекрасный полезный напиток. Обязательно попробуем-ка его, когда представится такая возможность. Ой, сейчас точно не будете? Ну ладно, разыщите меня, как будет время. Я с радостью вас угощу. Ну что ж, позвольте откланяться. Мне нужно разыскать Коплинца. У меня есть другие дела. Мне пора идти. Не переживайте по поводу купонов. Если у меня появятся какие-то зацепки, я приклею сообщение на доску. Увидимся позже. Пока. Ой, какие прекрасные задания. Я обожаю их. Тут еще и сундук за это дают. 30 истока. Погодите, а что мне предлагают теперь? А, мне теперь предлагают вернуться в игру в монополию. Ну да, после выполнения данного задания, ребят, мне нужно будет туда, конечно же, лететь. Ну а вы не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Да, как-то так.